Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в село Суко, улица Утрийская, 90. Сегодня я вам хочу рассказать о новом месте отдыха в городе курорте Анапа, куда вы можете приехать с семьей, снять баньку или беседку, или даже просто столик в этом удивительном месте. Находимся мы на границе с заповедником, и здесь великолепно поют птицы, вокруг очень много зелени, а также великолепные можжевельники создают невероятную атмосферу и очень полезно здесь проводить время. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Ильдар, я руководитель экопарка Утриш, в данном случае казачий кордон. Приглашаем вас отдохнуть у нас в банном комплексе и в наших беседочках прямо на границе с заповедником Утриш посреди можжевелового леса. Пройдем, посмотрим сначала банный комплекс, чтобы понимали, что здесь вокруг лес. Такая вот красотища. Туда буквально чуть-чуть дальше уже начинается непосредственно сам заповедник. То есть здесь все находится на границе. В таких зонах хочется отдыхать. Так, банька – это сруб деревянный, вот такой вот большущий. Сначала давайте посмотрим места отдыха. Здесь имеется мангальная зона. Можно приготовить шашлычок, а также вот такой вот чан, который подогревается. И можно после баньки в нем посидеть, подышать лечебным воздухом и прогреться. Можно его, кстати, оставить холодным, все на ваш выбор. Рассчитана баня на 10 человек, чтобы комфортно отдыхать. И есть вот такая вот зона отдыха. Свой холодильник, места для размещения и большой такой деревянный стол. С места отдыха вы попадаете уже непосредственно в сам банный комплекс. Он представлен собой тоже внутри зоны отдыха. То есть есть место, где посидеть, свой самовар, диванчик, зона помывочная, есть экстрим-ведро, все принадлежности нужные для принятия бани, такая вот раковина и душевая. Туалет здесь также имеется. Но теперь самое главное, это то место, где вы будете париться. Так как банька новая, здесь все вот так вот очень красиво выглядит. Уф, очень хороший жар. И реально красиво, такая фотогеничная зона, подсветки сделаны очень симпатичные. В парилке также имеется система освещения, можно выбирать цвет и там мигающий обычный. Вот разнообразная романтическая обстановка у вас. Друзья, приглашаем вас в нашу баньку. Новая баня, абсолютно новый сруб. Посреди можжевелового леса вы насытитесь фитонцидами, целебный чистый воздух. Стоимость 2000 рублей за час за весь полностью комплекс. Теплый чан, огромная беседка для отдыха и сама баня. Вот, комфортно может расположиться 10 человек, но при желании летом, когда тепло, часть гостей, если здесь будет отдыхать, до 15 человек вполне комфортно можно здесь разместиться. Также вы можете у нас приобрести веники, горячий чай, какие-то легкие закусочки, напитки, холодная водичка, квас. Также, если у вас небольшая компания, 1-2 человека, вы можете с 10 до 6 к нам приехать в общественном режиме, посетить нашу баню, всего 500 рублей за 2 часа за человека. Дети до 7 лет бесплатно. Предварительно единственное позвоните, убедиться, что места есть, потому что мы не берем больше 10 человек, чтобы нашим гостям было комфортно и удобно здесь отдыхать. Также рядышком с баней есть под съем вот такой вот домик. Выглядит это очень красиво. Тоже срубом сделанный. Его тоже можно взять в аренду. Рядышком парковка на много машин. Можно по одной заехать. А также там есть еще и гостевая кухня. Мне очень понравилось. Сейчас мы вам ее покажем, как выглядит здесь. Если вдруг вы там боитесь каких-то насекомых, есть такие мягкие окна, которые закрываются. Здесь шикарная просто мангальная зона. Мечта повара там по готовке, чтобы показать вам, как это может выглядеть. И зона отдыха. Большая. Столы можно выдвинуть наружу и здесь отдыхать большой компанией. Пишите обязательно, как вам такой вариант. А это пляж, о котором говорится, что вы можете сюда приезжать, если вдруг там снимете домик. Большой Утриш, самое чистое море Анапы. Вот такая вот красота, ребята. Также приглашаю вас посетить наш домик прямо рядом с баней, также из сруба, также среди можжевелового леса. Недалеко от самого Утриша, не будете стоять в пробках. Проснулись, поехали на море, на чистейшее море Утриша, искупались. Вот стоимость этого дома от 22 тысяч в сутки. Рассчитан на комфортное пребывание 6 человек, 3 спальни. А днем можете большой компанией здесь отдыхать, ночевать уже 6 человек. Надо повторять, что это все находится в лесу. И вас тут никто не увидит, не услышит. Можете отдыхать, как говорится, на всю катушку. Рядышком здесь находятся вот такие вот беседки.
тоже расположены они в лесу, на которых есть столики. Здесь вот там доготавливают ребята, будет еще один сделан. И тут можно отдыхать большой-большой компанией, вплоть до того, что там свадьбу приехать провести. Внизу имеется мангальная зона. Мы к ней тоже подойдем, вам ее покажу. Ребят, ну и самая красота, самая жемчужина нашего экопарка казачьего кордона – это беседки в лесу, где вы можете отдохнуть. По вечерам мы показываем кино в ночном кинотеатре в нашем напротив очага. Вот эти столики вы можете забронировать отдельно для своих компаний. До 10 человек с каждой стороны, либо можете полностью верхнюю часть беседки взять, либо полностью беседку с верандой для компании до 40 человек провести свадьбу, день рождения, любое мероприятие. Стоимость от 800 рублей. Если всю беседку будете брать, всего 4000 за весь день безлимитно с утра и до самой ночи. Вот она, мангальная зона. Она находится не в лесу, чуть-чуть поодаль этих самых беседочек. Сделано это для того, чтобы не повредить лес пожаром. Здесь как бы соблюдены пожарные требования, все расстояния, которые требуются по нормам. Здесь есть возможность казана, а также мангал для приготовления любых блюд. Когда берете беседку, мы вам предлагаем нашу мангальную зону. Стоит отдельно от беседок. Это сделано для того, чтобы не повредить лес от пожара, а защитить его в случае там какие-то искорки, чтобы не вылетали. Здесь у нас стоят огнетушители, пожаротушение системы. Можете приобрести у нас угли, можете с собой привезти, приготовить шашлыки. Также у нас есть казан. Мы можем вам под заказ сделать казан плова с бараниной, с говядиной, со свининой, из чего угодно. Мы находимся как раз-таки с началом старинной дороги, которая вела Утрищ. И отсюда в этом году будет работать новая экскурсия по заповеднику Утрищ, по экотропе. Также можно будет вам поучаствовать, прогуляться. То есть это прям советую сделать, потому что подышать можжевелом, воздухом, со всеми этими фитонцидами, посмотреть на краснокнижные растения, животных. Ну, наверное, самое важное, что надо делать. А взяв с собой детей, вы еще и их мир расширите гораздо сильнее. Ребят, одно важное уточнение. Мы находимся на границе с заповедником, но в сам заповедник можно посещение, его разрешено, но в составе экскурсионной группы с экскурсоводом заповедника, с инспектором заповедника Утрищ. Самовольное посещение заповедника строго запрещено. Для вас сделали немножко сюрпризов. Фотозона. Это телега, старая телега. Мы сюда насыпем сено. Можете поваляться там, пофотографироваться. Ну и много-много разных таких маленьких мелочей мы еще добавим. Будут классные фотографии для Инстаграма, для ВК. Место очень атмосферное, интересное. Самое главное, рядышком с природой. И в таком месте действительно интересно побывать в баньке, либо приехать с близкими друзьями своими отдохнуть. Друзья, будем очень рады вас видеть у нас в гостях. Приезжайте. Можете позвонить по номеру телефона, который вы сейчас видите внизу на видео. Вас проконсультируют, объяснят все, расскажут все нюансы по ценам, по занятости беседок или бани. Приезжайте. Будем очень рады вас видеть среди наших гостей.